Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю отличный вариант летней выпечки, когда нужно что-то быстренько сообразить к чаю. Такой шоколадный рулет особенно удачно получается с персиками. В сезон можно взять свежие, а не в сезон подойдут консервированные. Крайне ускоряет процесс то, что бисквит выпекается вместе с начинкой. Ко всему прочему, его не нужно пропитывать, он и так получается очень нежным и мягким. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, для начала соединяю муку, разрыхлитель, порошок какао и хорошенько размешиваю венчиком. К яйцам комнатной температуры добавляю ванильный сахар, немного корицы, соль и сахар. Взбиваю миксером сначала на средней скорости, потом на высокой до получения светлой пышной массы, как на бисквит. По желанию добавляю столовую ложку ликера, это не обязательно. И в несколько этапов, добавляя мучную смесь, размешиваю миксером на средних оборотах. Персики я режу не крупными кубиками, можно также порезать тонкими пластинами. Фрукты лучше подготовить перед взбиванием теста. Противень я застелила пергаментом, смазала растительным маслом и выкладываю кусочки персика. Размер моего противня 36 на 30 сантиметров. На персики выливаю тесто. Равномерно распределяю и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 12-15, а вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной шпажкой. Переворачиваю корж на полотенце прямо в горячем виде. Снимаю пергамент. Выкладываю сверху кусочки клубники. Можно этого не делать, но если вы добавите немного кислинки, это не помешает. Можно взять любые кисловатые ягоды. Далее сворачиваю бисквит рулетом при помощи полотенца. Ну вот, в принципе, рулет готов. Накрою его и дам остыть. Украшайте рулет по желанию. Например, его можно полить глазурью или растопленным шоколадом. Я же просто посыпаю сахарной пудрой. Посмотрите, насколько он получается мягким и нежным. Очень сочный и без дополнительной пропитки. Он и так достаточно пропитан соком фруктов. Чудесное сочетание вкусов и ароматов шоколада и персика. А простота и быстрота приготовления этого рулета делают его незаменимым для летнего чаепития. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, нажимайте на колокольчик справа, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. И смотрите другие рецепты летней выпечки и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.